Воины Красной Армии! Враг рвется к Москве! Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Потому что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту. Задержать задачу, конечно, понятная. Только знать бы, насколько. Толщина брони корпуса. Корпуса? 30 миллиметров? Ну что, проголодался, хищник? Потерпи. Сейчас спущу тебя с привязи. Сегодня, хлопцы, за родину помирать не треба. Сегодня за родину пожить треба. Заряд второй, основное направление правее 2.30. Одна пушка, два ПТРД, 28 бойцов. И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жьем танки. «28 панфиловцев». Смотрите в кинотеатрах с 24 ноября.